Я охотница за мужчинами, потаскуха-шлюха. И я хочу замуж. Ладно. Куда, черт возьми, делся рожок? Он исчез. У нас нет жратвы, ты весь день валяешься в постели. Ты только этим и занимаешься. Валяешься в постели. Я весь день сплю, потому что ненавижу свою жизнь. А что у тебя за жизнь? Весь день спать в постели. Когда ты такая, я могу разлюбить тебя. Женись на мне, Джонатан, пожалуйста. Ты хочешь убить меня? Брак — это не смерть. Но почему сейчас? Потому что 2 года назад я спала ночью 8 часов, год назад 12, скоро я буду спать 24 часа. Чего ты хочешь? Напугать меня? Я хочу жить. Иди работай. Я не хочу на работу, я хочу тебя. Я уже занят своей жизнью. Выйди из дома, сделай что-нибудь полезное. Ты не хотел, чтобы я работала. Это было год назад. Ты сходил с ума каждый раз, когда меня не было дома. Слушай, подруга, я вкалываю по 8 часов в день. Ты не хотел, чтобы я работала на выборах у Кеннеди. Хочешь работать? Убери этот свинарник. Лучше, чем весь день бока отлеживать. Хочешь получать 50 баксов в неделю? Возьми пылесос. Хочешь еще сотню? Убери кровать. Проветри квартиру, наконец. Ты же здесь задохнешься. Эти чертовы стены давят, как в гробу. Как в гробу! Я не нужен тебе. Как ты позволяешь так обращаться с собой? Убирайся. Прошу тебя, оставь меня. Господи, я готов буду жениться, если ты уйдешь. Пожалуйста, оставь меня. Оставь. Ты считаешь, что плохо обращаешься со мной? Ты не знаешь, что я пережила. Несмотря на твои выходки, ты настоящее сокровище. Так что будем делать? Что будем делать? Ну и сильна же ты все обгадить. Что мы будем делать? Это ультиматум? Ультиматум? Отвечай, чертова сраная сучка, ультиматум или нет? Если это так, то я отвечу, что ты можешь делать со своим ультиматумом. Я скажу, что тебе делать. Нужно убрать кровать, вот что надо делать. Убрать эти мерзкие занавески, вот что надо сделать. Она еще не готова.